Добрый вечер, друзья. Пришли только что с прогулки. И, Шурик, давай мучить своих братьев. Да? Отдай мне ноту. Отдашь? Это ты что, своим родственникам мстишь? Вот ко всем мягким игрушкам более-менее нормально. Но к енотам... Это что-то. Итак, и за лапу. Да? Итак, и сяк. Антаж. Да не буду я у тебя забирать, не буду. Я ж тебе их и купила. Ну. Шурик. Ты енот-драчун. Ава, ава, захват, переворот. Это, конечно, не так весь. Оп, потащил, потащил. Не так весело, как с Марселем. Но он этих енотов везде. За диван, везде. У него их много. Сейчас вижу два. Утащат сейчас тоже. Ад. А ты отрабатываешь приемы, да? Для встречи с родственниками. Где остальные еноты? Остался только большой, папа енот и такой средний брат енот. Ну, ах, ах, скажи, братья, сестры, меня не приняли. Вот так я с вами, да? Не захотели, чтобы я жил в семье. Скажи, отомщу игрушки еноту. За всех за вас. Стиральная машинка. Коты уже улеглись. Шанель спит. Там спит. Марсель, прямо у нас французы. И только Шурик не может никак угомониться. Пока сейчас где-нибудь пойдет потроха из этого енота не вынет, не успокоится. Где ты закопал остальных? Показывай. Где твои нойки? Ты в диван спать пойдешь? И его туда понесешь. Ну, давай снимем с тебя ошейничек, давай. Нет, скажи, мой, я в нем похож на бойцовского енота. Не хочет снимать, да? На поводке ходить не хочет, но шлейку не... Ну что тебе в мои штаны? Ну что штаны? Ну нет там денег, а? Ну нету, ты посмотри. Как тебя расплющило по деньгам, а? Вот такие, друзья, уже острые, острые зубы. И вся одежда в дырочку. Да? Что тебе сделали штаны? Как вечер так начинается? То игрушки, то деньги, то штаны, то кофта. О, а ну давай я тебе большого ежа дам. Смотри, какой большой еж. Мама, он слишком большой. Смотри, какой большой еж. Вот это добыча в нойку утащить. Ты не боишься даже большого ежа? Пусть все он меня боится, да? И все-таки вот ему не интересуют другие игрушки. Еноты. Что, большой еж придавил енота? Ты его хочешь вытащить из-под большого ежа? Ну, давай, я тебе помогу. Давай, тащи своего енота. Я не буду тащить енота, пусть уйдет большой еж. Ух ты ж, твою
дивизию. Шкурятина. Ты шкурятина. Ты такая шкурятина. Так вечером не подходи к нему. Огрызается. Давай, давай, я сделаю тебе ослабляющий массаж. Давай, давай, давай. Я тебя укушу. Я тебя укушу. Ну ты. Злюка. К вечеру. Сейчас пойду и разбужу Марселя. И он тебя устроит, енота мать. Да. Быстренько ухайдохает тебя. Марсик. О-о-о-о. Кто-то зашел в дверь. Он сразу шмык. Бум. Не пакостил я тут.